Самая жуткая несправедливость, когда маленькие дети гибнут. Вот это для меня. Не познавшие практически ничего. Гибнут в разных ситуациях. От террористических актов до автомобильных и каких-то других самолетных, там, авиационных аварий. Вот это для меня вот самое... Ну, невозможно. Ну, он же мог быть кем-то. И смотришь, ему там 10, 7. Он же мог что-то из него, что-то получиться. Что-то может быть интересное. Он мог оказаться великим физиком, оперным певцом, который будет услаждать мир, понимаете, грандиозным режиссером. Я не знаю, но кем-то мог быть просто потрясающим этим самым столяром, плотником. Я не знаю, надо сказать, таким, который, какой молодец. Он мог быть кем-то, он мог что-то принести полезное, он мог изобрести что-то, повернуть мир, лишить людей какой-то болезни, но его нет. И мы никто не знаем, кто это был. Вот поэтому для меня самое вопиющее, когда ребенок не живет. Это ужасно. Сам я обожаю беременных женщин всегда, так сказать. Просто обожаю, вижу, потому что это вот жизнь вот-вот появится. И думаю, а кто будет у этой женщины? Кто там у этой будущей матери? Что будет? И это невозможно. У меня разрывается сердце. Почему я чуть не умер в Беслане? Потому что я видел маленьких погибших детей. И это страшно.